На внеочередном заседании Совета депутатов было принято решение о присвоении ветерану Великой Отечественной войны Константину Федотову звания «Почетный гражданин Одинцовского городского округа». Эту инициативу народные избранники, в том числе и представители фракции «Единая Россия», поддержали единогласно. Ранее по данному вопросу были проведены общественные обсуждения в 17 территориальных управлениях. В них приняли участие 3504 человека. Столько же голосов было отдано «за».